В Уфимском районе завершается создание индустриального парка «Нижегородский». Уже осенью этого года здесь разместятся первые резиденты. Площадь его территории составляет более 82 гектаров. Она поделена на 65 участков. Всего здесь планируется размещение более 60 компаний. Для них законодательством предусмотрены преференции. Для индустриальных парков законом Республики Башкортостан предусмотрена льгота по налогу на имущество. Минпромторг России, Минэк, в общем-то, занимаются как раз разработкой именно тех преференций налоговых хотя бы на стадии начального этапа развития индустриальных парков, поскольку именно на начальном этапе, в общем-то, и резидентам, и управляющим компаниям приходится достаточно финансово трудно. На сегодняшний день строительно-монтажные работы по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры в индустриальном парке Нижегородский на 65% завершены. В октябре текущего года будут введены в эксплуатацию внутриплощадочные дороги протяженностью более 5,5 километров стоимостью 136 миллионов рублей. 2 года назад управляющая компания парка выиграла конкурс на получение субсидий. 80% средств на строительство дорог были выделены из федерального и республиканского бюджетов, 20% – собственные инвестиции. Одновременно ведется строительство сети газификации индустриального парка. Также будет предоставлена точка подключения к электрическим сетям каждого резидента на границе земельного участка. На сегодняшний день на территории индустриального парка прокладывается газопровод низкого давления вдоль автомобильных дорог, построенных на нашей территории. Работы строительно-монтажные на сегодня выполнены на 80% уже. Работа близится к завершению. Планируем, что работы будут окончены где-то в середине июля этого года. Смонтировано уже ПГБ. 80% работ на сегодня выполнено. При этом расстояние от индустриального парка до столицы республики составляет всего 15 километров. Предприниматель Екатерина Тинякова, оценив транспортную доступность, решила присмотреть здесь участок для своего предприятия. Сама бизнес-вумен живет рядом, в поселке Зубово. Работники же предприятия тоже в основном из Уфы и Уфимского района. Мы с 2004 года являемся производителями кондитерских изделий. Сотрудничаем с такой сетью, как «Байрам». Производство у нас небольшое, и вот в планах расширить производство. Соответственно, выбираем место где-то рядом с городом, чтобы были удобные подъездные пути, покупательская способность, проездная способность. Планируется, что на первой линии индустриального парка «Нижегородский» разместятся объекты придорожного сервиса и торговые точки. Остальные резиденты – это производители текстиля, мебели, электрооборудования, готовых металлических изделий и продуктов питания. Для предприятий среди преимуществ размещения производства в индустриальном парке – это возможность быстрых согласований и получения разрешительной документации на строительство, а также наличие управляющей компании, которая возьмет на себя организацию вывоза мусора, уборку территории, обслуживание сетей и многое другое. Сам индустриальный парк – это инструмент, как я уже сказала, для развития экономики отдельно взятой территории. Это, во-первых, это снятие импортозависимости. Во-вторых, это создание новых рабочих мест. В-третьих, это сбор налогов, бюджетов всех уровней. А сам индустриальный парк, он характеризуется объектом недвижимости, объединенных общей инфраструктуры, в данном случае вот это электричество, газ и вот межплощадочные дороги, вот, на которых мы сейчас вот и находимся, управляемые единым оператором. Единый оператор – это управляющая компания индустриального парка «Нижегородский». Вот, в принципе, мы его и представляем, это предприятие. Стоит отметить, что управляющая компания планирует создание 2 индустриальных парков. Первый – это парк «Нижегородский» площадью 82 гектара, где сейчас завершаются строительно-монтажные работы по инженерной инфраструктуре. Второй парк планируется создать на площади около 200 гектаров. С огромной вероятностью здесь разместятся предприятия, обслуживающие аэропорт. От производителей товаров и продуктов до предприятий, которые создадут грузовой, таможенный и пассажирские терминалы.
В целом, создание индустриальных парков станет приоритетным направлением развития промышленности региона. Они повысят конкурентоспособность территории за счет привлечения крупных инвесторов, стремящихся к сокращению транспортных издержек и ведению бизнеса в более легком налоговом режиме.